Дорогие земляки, этот год юбилейный в истории Магадана. Сразу две даты – 90 лет со дня основания и 80 с момента присвоения статуса города – мы отмечаем нынешним летом. 23 июня 1929 года на берег Нагаевской бухты высадились первые строители города. И закипела жизнь. Начал свой разбег Магадан. Сначала культбаза, после поселок Нагаево, транспортный, логистический, культурный центр Магаданской области. За всеми этими вехами сотни ярких историй и легендарных имен. Валентин Цареградский, Николай Шило, Елена Вяльби, Александр Лебзяк, Павел Виноградов, Иван Лукин, Герман Максименко и многие другие. Всех не перечесть. В них, как в капле воды, отражены стать, сила и воля людей земли Магаданской. Смелых, добрых, знающих цену слову и делу золотых людей. Тех, кто строил город и кто пишет его историю сейчас. Сегодня всех нас объединяют важные задачи. Сделать наш город современным, комфортным, процветающим территорией 21 века. Началась реализация проектов, которые существенно изменят и внешний вид Магадана, и качество жизни в нем. Появятся новые парки и скверы, современные жилые микрорайоны, школы, сады, спортивные и культурные комплексы. Стартовал масштабный ремонт дорог. Мы развиваем международные связи, заявляем о себе на инвестиционных площадках. Успехами в спорте, образовании, творчестве ширим свои горизонты. Уверен, опираясь на опыт прошлого и возможности настоящего, вместе мы реализуем задуманное. Дорогие земляки, хочу сказать спасибо нашим ветеранам, чьим трудом создавался Магадан. Всем, кто и сегодня связывает надежды с любимым городом. Пусть эти праздничные дни наполнят всех нас новыми силами, вдохновением, придадут уверенности, радостных встреч, здоровья, счастья и лучших дней впереди.